Вот чем второй день занимаюсь. Короче, вчера почти весь день убил, вот лезвие делал. Сталь вот эту вот заказывали с интернета. Уже каленая была. Именно для шкурника. Очень хорошо держит заточку. Сегодня вот почти весь день с больстером провозился. Так как инструментов практически нету, пришлось все делать вручную. Ну вот сейчас как бы он уже готов, поэтому может быть сегодня даже и ручку начну клеить. Такой вот корефанный ножичек будет охотничий. Вот такая вот ручка получилась. Покрыл ее в несколько слоев пропиткой на основе льняного масла. Сейчас подсохнет и нож будет готов. Вот, в общем, что получилось. Такой вот охотничий ножичек. Ручка из дуба. Вот это вот проставки африканское дерево. Вот здесь вот вставочка в середине, это карельская береза. Больстер латунный. Отполировал его. Сталь марку не помню. Заказывали через интернет. Держит хорошо заточку. То есть вот уже заточил его, режет отлично. Длина лезвия 14 сантиметров, длина рукояти 12 сантиметров. Сидит в руке отлично. Прям шикарно, что в левой, что в правой. Вот такой вот шкурничек. Теперь к нему осталось пошить только ножны. Изделие будет готово полностью. Делался этот нож под заказ другу охотнику. Именно то, что он хотел. Себе бы я, конечно, сделал лезвие ровное, но ему нравятся изогнутые. Ну вот, как-то так.